Итак, я создаю себе маршрут. Франция. Нентес, или как-то так. Париж. И время сейчас сколько там? Где-то 16:50. Ну давайте в 17 поедем. Да, тут есть такое время. За 25 евро водичка. Так. Все, начинаем. Итак, загрузилась наконец-то эта карта. Она красивая, но города тут не совпадают с реальностью. Я не буду говорить, что эта игра плохая, но города тут не совпадают. Некоторые кое-что отличаются, но немногое. Так что я не знаю. Чем тут этот автобус, ой, чем этот город, карта отличается тем, что тут пока то, что я вижу, это стоянка автобусов и все. Первый раз, наверное, за все вот эти вот поездки я остановился удачно. С первого же раза. Этот автобус такой средней вместимости и очень красивый. Пока заходят люди, мы закрыть багаж не можем. Ну, ничего мы закрыть не можем, как бы просто повертеть камеру мы можем покрутить. В принципе, вот так и дворники проверить. Все, отправляемся. Типа сохранена, что-то drive safe, то есть типа, вождение сохранено или что-то такое, и можно как бы отправляться. Позакрывать только надо все, потому что я забыл. Вот такой у меня автобус. Сейчас я вам покажу его. Вот он. Прикольно. А я поехал. Правда, я не знаю, где, куда тут выезжать. Что-то я не смог поехать вперед, это странно очень. Да, куда-то я еду не туда, по-моему. Ага, мне надо туда вот назад выезжать, понятно. О! Ай! Не успел остановиться, непонятно почему. Я нажал на тормоз, а он почему-то ехал этот автобус. Так, налево поворачиваем. Аккуратненько, почему же не так? И почему я так вожу неаккуратно, непонятно. Капец.
Я выключу пока мультимедиа, посмотрим на реакцию пассажиров. Интересно, что будет. Сейчас они мне скажут, что билеты были слишком дорогие, да? Типа того. Кстати, топливо он ест мало, ну, то есть употребляет мало, как бы, да. А едет довольно быстро. Я бы обогнал этот автобус, но не могу. За ним ничего не видно. Я в него таки врезался. А я еще в скорую. Я знаю водителя такси лучше, чем вы. Ну да, естественно. В скорую врезался. Но я на самом-то деле по-настоящему, если буду водить когда-то машину, то я не буду, конечно же, врезаться в скорую, но потом, ну, просто у меня нагрелся телефон, и этот скрин плохо реагирует на экран, на касание. В игре можно, это простительно. Я не буду такое делать на самом деле, если я не могу подключиться к Wi-Fi, ну, конечно. А АЦ, я не знаю, что это такое АЦ. АС. Да, карта не отличается практически ничем от той, которую мы, я видел ранее. Но все равно прикольно. Так, я выключил интернет, лучше включу себе радио. На такой скорости радио, конечно, включать. О, стоп, 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 пункт полиции, пункт полиции! Нельзя гнать. Пункт полиции. Если и подождете, то и поедете за сигналом, то тогда вас не снимут деньги, а так 50 евро будет платить. Все, могу проезжать, включу Wi-Fi, ой, включу этот радио, кстати. Так, там авария какая-то, надо. Я бы объехать. Скорая опять стоит, да ну, капец. Пассажиры, я ничего не вижу на экране. И что? Выезжаем на платную дорогу. Еле остановился, конечно. Капец. €20 сняли и поехали дальше. Это радио не работает, вообще не буду его включать сейчас. Сейчас еще повороты какие-то, ух. Интересно, успеем домчать с топливом?
с половиной бака или нет. О, радио заработало отлично, только что. Почему? С помехами радио работает почему-то. У меня Wi-Fi нормальный. По Wi-Fi работает радио, кто не знает в этой игре. Но почему-то оно лагает сейчас. Лучше не надо его включать. Во-первых, авторские права прилетят. Во-вторых, за песню. Во-вторых, ходим на третью полосу, чтобы не автобус не задеть, который. Так, теперь на переднюю полосу. Там автобусы вон на как бы на этом на отстое стоят, но мне пока не надо. Я еду 105 километров в час практически, ну уже снижается скорость. Вот, мне аж страшно. Че, я пока еду без жертв, без столкновений. Тут выезд с платной дороги, маленькая такая тянучка, пробка. Так, перестраиваюсь в третий ряд. Не знаю зачем, но перестраиваюсь. Немножко нарушил правила, но то такое. Потому что меня не выпускали просто из третьего ряда. Я перестроился в третий ряд, то мне надо было из него выехать, а как, непонятно. Поэтому пришлось экстренно поворачивать. Интересно, хотя бы FVO башню бы добавил. Но тут даже FVO башни не будет, жалко, наверное. Так, надо главное в этот автобус не врезаться. Не врезаться в этот автобус. И все будет замечено. Тут надо ехать просто медленнее, чем я еду. Двухэтажный куда-то проехал. А по встречке его обгоним с этого автобуса. Кутышка, я его обогнал. Правда, у меня нет топлива, и надо было заехать на ту заправку. Но я бы просто бы не успел бы повернуть. А правила нарушать не хочется. За мной отправят машину, ничего страшного. Угощение закончилось, все. А я уже доехал практически. Ого, как я повернул. Вон я уже доехал. Left. А, да, лево, лево, да. Налево надо было повернуть, все правильно. Да заводись, давай, едь. Тут осталось-то совсем ничего. Right. Все, я приехал как бы, но топлива мало, чтобы заехать на быстрее.
Ура, я приехал! Могли бы открыть багаж? Нет, не мог бы. Сейчас я сфоткаю автобус и откроем. Обязательно багаж. Так, фоточку. Все, вот на этом наша поездка в Париж закончилась. Мы посмотрели, что на карте нету Эйфелевой башни. Это печально. Но все же. Жалко. Кстати, Украина в разработке. Россия, карта уже доступна. И разные другие страны тоже в разработке. Все, всем спасибо за просмотр. Сейчас я посмотрю, сколько там у меня денег. Точнее, деньги я вижу, сколько у меня звездочек, и я закончу. Мне написало, что отлично. Рейс прошел отлично. Поэтому такие дела. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. До следующей встречи.